Доброго времени суток, в этом видео мы быстро разберемся, что делать, если вас заблокировали в Facebook, и покажу лучшие способы разблокировки аккаунта. Иногда бывает, что при авторизации в Facebook у вас появляется сообщение о блокировке вашего аккаунта. Если следовали всем правилам данной социальной сети, то не переживайте, а просто проделайте следующие шаги, которые я вам покажу. Чтобы вам не читать пользовательские соглашения, я выделил самые распространенные причины блокировки аккаунта. Спам или отправка однотипных сообщений на стену или в личку. Частые действия в короткий промежуток времени. Это могут быть лайки, подписки и отписки, а также комментарии. Частая смена IP-адреса или устройства. Взлом аккаунта, если вы использовали биржи для накрутки. Многочисленные жалобы от пользователей и ошибка бота или модератора социальной сети Facebook. Этот список можно продолжать еще долго, но самый главный вопрос – как разблокировать аккаунт? В первом случае мы рассмотрим, если ваш аккаунт был подвержен взлому. Нужно перейти по данному адресу, нажать «Мой аккаунт был взломан» и пройти идентификацию вашей страницы. Если у вас остался доступ к почте или номеру телефона, то достаточно выбрать соответствующее поле и дальше восстанавливаем страницу. Также рекомендую сменить пароль. Во втором случае мы рассмотрим, что делать, если вы умышленно нарушили правила или злоумышленники успели сменить почту и номер телефона. Для этого мы переходим по следующему адресу и заполняем все поля. Если у вас остался скриншот вашей страницы, можно еще и его загрузить. Рекомендую писать максимально подробно, что произошло, даже если вы использовали стороннее ПО для своих целей и у вас угнали аккаунт. Если это впервые, то модераторы пойдут к вам навстречу и восстановят доступ к странице. Некоторые говорят, что если писать на английском языке, то ответ вы получите быстрее. Но если вы плохо владеете языком, лучше писать на том языке, на котором вам удобнее. Потому что переводчик не всегда даст вам точный и правильный ответ. И также эти действия можно проделать с вашего телефона. Все полезные ссылки вы сможете найти в описании под этим роликом. А на этом у меня все. Если видео стало для вас полезным, обязательно поддержите канал, поставьте лайк и подпишитесь. До новых встреч!